Локомотивное депо завода «Красное Сормово» превратилось в театральные подмостки. Сегодня там дают удостоенный премии «Золотая маска», кукольный спектакль по роману Айтматова «И дольше века длится день». Мы побывали на генеральной репетиции. Этот спектакль, жанр определен как спектакль с куклами, потому что наравне с артистами, с живыми артистами, с большими, на сцене действуют куклы. Это не привычная нам марионетка, которая на нитях, на лесочках. Это марионетка, которая работает на шарнирах. Эта кукла может принимать разные позы. Она может садиться, она может ложиться, принимать какие-то такие позы, которые дают нам и зрителю какое-то настроение, какую-то реплику. Проект «Культурный район», я, насколько понимаю, это Владимир Александрович Панов и администрация города Нижний Новгород. И благодаря руководству завода «Красное Сормово», благодаря Анне Марковне Гор, мы вот сумели превратить эту площадку на один день в некое подобие театра, где железная дорога и где паровоз – это одно из главных действующих лиц. Ну, мы, знаете, как хотим? Мы хотим даже переосмыслить какие-то сцены в условиях вот этого пространства. Потому что, ну, например, мы не стали делать задник. Мы будем впервые играть, и актеры будут впервые выходить на площадку, где нету вот этой стены за спиной. А за спиной стоят вот эти паровозы. Это работающее депо. Если бы это там оно стояло и отдыхало, да, мы пришли и сделали в нем, как в развалинах, некое театральное действие. А здесь работают люди. Вот до нас, до того, как мы пришли, здесь ремонтировали тепловоз. И мы удивились, потому что те люди, которые, те рабочие, то руководство, которое нам здесь помогает, они с таким интересом относятся к проекту. Простые работяги, которые за дня в день перебирают здесь локомотивы, они нам очень помогают, они вообще в процессе. Единственное, они не разрешают с собой фотографироваться, говорят, что они слишком грязные. Вот. Так что нет, мы такой вообще welcome встретили, на самом деле, от них. Это первый наш опыт, такой выезд на, можно сказать, на open air. Вот. Ощущение, ну, такого, скажем, праздника, радости, потому что мы знаем, что есть ажиотаж, что два аншлага доставляются дополнительные места. Это тоже радует, что вокруг него создается какое-то такое поле очень интересующих людей, которые хотят посмотреть спектакль. Вообще никогда еще спектакль не выезжал за пределы театральной площадки. Все было вот в пределах театральной площадки. Это первый такой опыт для спектакля, для нас. Безумная затея с безумной красотой в таком месте. Это счастье, что нас пригласили вот в такой затее поучаствовать.